сука, блядь. Ну да ты доедешь хоть раз. Причем ударенная едет лучше, чем целая. Пиздец, что-то я вообще как лох в шпед еду. Ну все, вот это. Так, что я хотел сделать? Ремонт, наверное, надо подобрать чуть-чуть. Вау, 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 вау. Испугался, блядь? Прикладочка. Я сам испугался, блядь.
Видимо, не пережил он того поворота. Вау, 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 живи, 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 блядь, ну что ж ты. Все, привет, газон. Стоит признать, тачка живучая. Блять. Блядь, ну что ж ты не проехал там? Сука. Ну понятно, блядь, ладно.
Чё, блядь, а как его поделиться нахер? Нету поделиться, блядь. Вот поделиться. Так. Едем, блядь. Короче, еще кружочек, наверное. Сколько, Илюха? 24, ебать, ты гонишь. Тяжело, но ты терпи. Ой-ой-ой, ой, блядь. Ну ладно, это прогревочный, его можно и слить. Прогревочный можно слить.
Ой, блядь, ой, ой. Повезло. Ой, блядь, повезло опять. Правда, на дельте херово отразилось. Пипец. Срал. А чё так, рано что ли? Вот, блин. Ну, блядь. Все, теперь я второй. На удивление нужно затормозить. Алло, Костя, привет. Здрасте. Что ты там делаешь? Я не знаю, может, кто придет. Айда пошли к нам, придет, не придет. Там уже придут сейчас, подожди. 19:56, что, переключиться на вас? Да я не знаю, но мы там будем ехать. Смотри сам. Ну давай. Ну жди пока, может, еще не, ну, может, не будет. Кто-нибудь подойдет, если там уже этот. Давай ближе к гонке, наверное, переключусь. Ярар. Что, понравилось? Тачка красивая, но говно. Почему? Почему? Алло. Алло, чё, почему говно? Тормоза говно у нее. Так она и не должна тормозить как в пол, но она должна так херово тормозить. Да понятно, что говно тормоза. Ладно, я там буду, Костя. Давай. Ну я, давай. Если что, никого тут не будет, я подтянусь сюда. Окей. Давай.
напишем. Блять. Ёпта, кто тут подсоединяется, ё-моё. Uplayer in process, блять. Кто там в процессе? Кто еще сюда подсоединяется, блядь? Ёбаный в рот. Кто-то грузится, блядь, чё? Охуеть. Мишу, блядь. Охренеть, чур я не могу переключиться.
можно вообще не квалиться. Здрасте. Здорово. Че там, Костя, вот проблемы какие-то? Че ты говоришь? Че за проблемы с сервером? Нет никаких проблем. Все по плану. Все по плану, да. Квала должна заканчиваться, а она началась. Не, ну там глюк какой-то был, я не виноват. Это не мой косяк, если что. Вместо того, чтобы этот глюк этот... Морочить его, просто взял бы сервер, перезапустил сразу. А не давала она мне ничего. Я, в смысле, я тут сервер не могу перезапускать, это же другой сервер, чужой. Он же тебе доступ дал, он тебе говорит. Ну, он мне дал админку, дал, а доступ мне не дал. Я не могу выгрузить туда контент. Он его как-то создает, у себя и как-то пакетом это отправляет на сервер. Там оно как-то распаковывается и работает. Я не знаю, как это он делает, честно. Ну, у меня вот же у Антона же был этот... А где вся толпа клинрестлинская? Такая, эти все, он, другие люди. Это сколько, 10 людей? Нет, да, 10 тысяч людей. Которых некуда рассадить. Равис решил не прийти, так как этот... Мало, он ездит от 20 человек и больше. Чтобы было больше шансов разъебали, чтобы. Ну, может, чтобы на фоне остальных не последним местись там. Вот это ты терминатор, блин, 3.24, ебать, калачи. Это я еще, блядь, это, газульку отпускал, где надо, чтобы не показать свои истинный потенциал. А-а-а. Мало ли, сейчас тут какие-нибудь быстронахи сидят, я не знаю этих людей. Да не, ну, главный быстронах не пришел, он вчера еще написал, что не может. Костя? Не. А кто? Ну, как он? Александр Лисичевский, да, или как? А, бля, хуёво то, что его нет. Да, ну он отписался заранее и просил извиниться, что не это. Ну, вот если бы ты на недельку перенес бы еще этот... Блядь, да мы можем... С нами. Да мы можем на следующей недельке еще что-то поехать, чего вы боитесь? Я бы сказал. Мы боимся, что ты будешь организован. Шо я шо? Да, нормально. Контент. Контент? Ой. А ты какой хочешь? Вот такой контент или другой контент? Кость, ну ты заметил, что тачка-то, блядь, хуже стала? Нет. Нет? Я не... В чем она стала? В чем хуже? Нажми побольше. Так может это поправили? Так чувак написал, что менял только 3D модель, а не физическую модель. И только она теперь 335 спокойно едет на прямой. Так может она и должна ехать? Ну а 330 подоспомнишь ее? Так вот ей, наверное, могли разогнать. Мощи... А теперь она в легкую это делает. Ну слушай, так может эту фигню пофиксили, потому что... Нормально, он 3D модель поменял, бля. Не, ну что он там какие-то этот, скажи. Ветер дул туда куда-то, не туда, ее тормозило. Вот тут еще и ветер боковой, бля. А как ты бы это понял? Ну, там он показывает 2 км в час. Чем такую большую приехал, длинную квалификацию, бля? Ну, я подозреваю... По 3 минуты. 3 минуты, первый выехать, еще 3 минуты же ехать. Ну, получается у тебя одна попытка, 6, почти 7 минут. Не, ну тем. Все одно. Ну, тем, одна кто... попытка и все. Ты пошел нахуй, блядь. Едь как конечно. Закончил. Ты же знаешь, как в iRacing все быстро происходит. Ну так и получается. Так походу раз. Где-то около iRacing, надо сказать. Да, ну, можно на лишний один круг. То есть не 2 быстрых, а 3, наверное, у тебя тут выйдет. Советую, короче, на старте объезжать по этой, как его, по петлении. Они там все тачки прозрачнее становятся. Так это тебя лихо тормозит. А там они когда втыкаться начнут друг друга, ёпта, блядь. Ну я ж писал, блядь, чтобы на первом круге там херню не занимались. На первом круге в красной воде, блядь. Сейчас еще... Красные матчи. Ну, он-то выполнил обещание тогда свое. Он взял и повысил себе пенсию. Обещаю повысить пенсию. Хуяк. И пенсия больше стала.
Кто там болтает? Ладно, ебать, там кто-то влез. В смысле, в забор? Да. Меня сегодня рейсинг попытался ограбить. На сколько тысяч? Ну, на месячную эту. Абонемент. Не, так я прифигел без спроса, блядь. Да, не так. А там, да, там автоплатеж стоит. Я такой, что за это шляпа? Подписку надо отменять. Макс мне пишет, вот там надо отменять. А я такой, нету там такой хуйни, давай быстро в Steam. Это в Steam, да. Я говорю, что за шляпа, блядь? Как это? Я всего на месяц подписался, а вы меня что, на абонплату поставили, блядь? Да, абонентскую плату. Да, и деньги, все, и деньги вернули, все нормально. Все, ты откатался в рейсинге? Ну, уже вернул. Не, я не знаю, может, я потом когда-нибудь захочу еще, но просто меня возмутила фишка, блядь. На следующий месяц ты туда нет, не собираешься, да? Ну, если будут так грабить, то нет, блядь, зачем оно? Я собирался, блядь, купил, прокатался, сколько накатался, надоело, не хочу платить, не хочу кататься. Потом опять захотелось, я готов опять заплатить и поехал. Хорошо выходит. Блять, вот ты говорил, нахуя так много, блять. Все, пизда, приехали, блять. Дороже выходит. Вот у меня есть хоть попыточка еще, и 12 минут квалификации, блять. А ты говоришь, это все зря. О, кто-то еще передо мной. Как раз в этот заехал. Куда надо. А это, кстати, один из тех, кто писал, нахера так долго, давайте 10 минут. Не, я пока накатался, я ему, ну, что-то мне сейчас не хочется. Может, потом захочется снова. Почему я должен... Ну, это рассчитано на тех, кто едет там, постоянно ездит. Да, да, не, ну, если это, так опять-таки вот... Ну, ладно, кому как это, но мне просто не нравится, когда так делают. Когда я раз о своем там думаю, о чем-то там, а тут Натя прилетает смс-ка, с вас взяли, блядь. Как с нас поэтому взяли? Поэтому надо такие штуки, карты привязывать, на которых ты деньги сам перевязываешь. Ну. А ну нахуй ты ветру, блядь. Да прекрати, блядь, вот и мне нахуй оно надо. Смотри, я разъебался второй раз уже, блядь, и бедим опять с боксом. Вадим, то ты впереди? Ага. Ну поехали. Может, не разъебаться? Не, нахуй не поеду больше. Боишься? Не. Чё? Лень. Так как лень. Ну жди вонку, блядь. Вон тут ВДшка стоит сейчас. Блядь. Тормоза еще, блядь, побрызгаю нахуй. Я не совсем тормозить перестану. Ну, бля, надо что-то сделать, блядь, потому что они вообще не работают. Ну я вперед чуть-чуть сместил. На, ну, два щелчка. Не. Так у вас же луацел. У меня нет луацела, у меня не блочится. Я просто проебываю. Иди надо назад переносить. Блять, то она и там блочиться начинает. Вообще нету никакого баланса. А у тебя этот дивкост, ну, максимальный? Нет, 75, по-моему. А, ну как у всех. Я как бы за счет передач заранее стараюсь оттормаживаться, и так нормально. Ну, чуть-чуть тормозами помогаю. Если ты, конечно, как по ГТ-шному собираешься это делать, может, оно и не работает. Ну, это же старые машины. Да, ну, не знаю, Кося, она что-то не чувствуется, как тормозить вообще. Не чувствует тормоза. У тебя ж крутые педали. А ты, Илья, чувствуешь эту херню? Я форту чувствую,
О, Илья 3.26 едет. Молодец. Нехило ты скрываешь свою мощь. Надо сейчас хоть один установочный проехать, а потом один побыстрее. Вадим, а ты пробовал этот Nissan прототип в iRacing? Он отошел куда-то? Не, а тут что, Кость? Прототип Nissan вот этот в iRacing. ZP или как он там? Ну ты понял. Группа С. Полноприводный, который? Он не полноприводный. Группа С. А, все, понял. Не пробовал. Ну мне просто, если ты говоришь, что вот это херово тормозит, мне просто интересно, чтобы ты про тот Nissan сказал. Да поэтому я его и не покупал. Не, вот просто... 28 числа в четверг будут тесты. Просто орни с него и... Сразу... Ладно, я попробую. И ты полюбишь Феррари, блядь. Не, Кость, я тебе про другое. Тебе... Ну точно он тормозит еще хуже, чем вот это. Ну, без шуток. Ну че, сколько тут еще квалы? 70 минут. Я еще дай хоть круг поставить, я ни одного. 70 минут? 77 минут. А то непорядок, он люди... Илюха 26 проехал-то. Сделай над собой усилия, хоть два круга сделай. Да мы уже тут катаемся 2 часа, Кость. Как 2 часа? Полтора, наверное. Корс — это самый задротный симулятор, по-любому. Ну, не знаю. Нет, конечно. А ты, Илья, что-то тут эти углы, там развалы, что-то выставлял? Я менял только кастер. Так, самое главное, топляк залить, остальное похуй. 100 литров. 100 литров, да? Примерно. Мне же надо еще успеть перед стартом напоминалку написать. В красной воде едем скромненько. Я совсем с его уеду, блядь. 240 литров бак. Вот наливай столько, наверняка бы это тормозить начнет. Ну я с 50 сейчас катаюсь. Сколько будет? 26? Никаких дополнительных нет? Не. Не должно быть. Кругов 6, ты сказал? Ну да. А, ну да.
Блядь, я третий, а кто ж второй, блядь? Тур, игр солдатиков. Ебать. Солдатенков. А ты не видишь, какое он время поставил? На полсекунды быстрее тебя. А, ну это... Не страшно, я сейчас довезу только, блядь. Если... Он не сдается. Не, ну он-то может и не сдаваться, но я же еще этот... Не показал свой потенциал. Потанцевал. Я ж на 2 секунды хуже свой круг проехал, чем должен. Сейчас сажусь. Все, парни, мне пора уроки делать. А, что такое? Прокладка, нихуя себе, между чем? Кто там разъебался сейчас? Призрак? Это какая цветом? Кость. Что? Какой цвет у тебя тачка? Красный. А был до этого желтый все время. А ты где сейчас едешь? Вот там, где разгоняются. Ну, понял, где 330 ехать. Вот понял, сейчас на прямой ты ебашь. Уже, да? Уже прошел в эту, уже в шпи... Не знаю, эска такая, я уже в нее зашел. Сейчас уже по следующей прямой, там где перед домом поворот. Все, я вижу. А, ты меня ждешь, что ли? Нет, я наблюдаю. Что ты говоришь? Денти. Все, второй. Ладно. Так. Back to pits. Так, пишу. Надо в чат теперь написать. Ой, блядь. Прием, меня слышно? Да, да, слышно. Угу. А ты сейчас так наушниками уебался об косяк. Пиздец, как так? Да, хуй знает. Габариты, здоровый, сука, наушники эти. Все, отправил. А косяк так близко? Ну да, я люблю так по бровочке проходить. Да, да. Мишаня... Акции облизывать. 5,5, слышишь, ты говоришь, сотка надо на 6 кругов, да? А мне пишет меньше. 60. Какой сотка? 60 кругов, о, 60 литров. Да, вот 65 я залил, чтобы на 7 было. Нихуя себе, ты, блядь, 7 можешь выжать, естественно. Даже 66. Да, пусть запасной будет, что там. Здесь есть какой-то этот
Рычаг мастер называется. Чё... Ох, бля. Понял. Вот так, если для чего это. Какой мастер? Это стоп-кран, наверное. Угу. А, возле лампочки? Рычаг мастер and slave. Вынимаешь, а там плетка. А, блядь, так вот же за этот рычаг тянется этот красная херня куда-то. Видите, а вот тянется, и тут два контакта торчит справа. Это два тросика просто. Ну, я думал, контакт, электрошок какой-то, блядь. Вел и не довел, тут какой-то блочок должен быть, наверное. Он Зуев пишет правильно, я на один круг залью, и то много, блядь. Лучшая стратегия, блядь. А какой у меня цвет красный с чем-то? О, Илюха, смотри, а какой из них Илюха, блядь? Ты который, да, этот слева или справа? Я по центру. Который самый левый. Самый левый это ты, да? Ну ладно. Жесть, блядь. Ты... Ну я не буду, короче, это. Ты давай, если ты этот, отрывайся тогда чуть-чуть от нас. Чтобы туда до красной воды, чтобы ты как-то этот. Да нормально стартуем, сейчас все заебение, мы на следующую начнем сразу. Ну да. Мне уже жутко. Я смотрю, все опустили тачки свои, а я нет. Ты не чиркаешь? Не, я не опускал. Ну чуть-чуть только. О, что, уже старт, что ли? Да, 10 секунд. Я не успею, походу. Давай, выходи на старт. Мы же не гоним на первом круге, алло, я же написал. Нет, конечно. Блядь, написал же ж, сука. Ой, блядь, трава. Я же написал, не обгоняем, блядь. В смысле, не обгоняем? На первом но в воде, ты понял. Ладно. Я надеюсь, выжили все. Смотрю, судя по карте, выжили все, блядь. Да, вроде все проехали. С остальными я разберусь потом, блядь. Да и... Подвинули тебя, что ли? Меня? Да. Ну, я же еду уже четвертым. Ой, блядь! Ой, блядь! Тут тело уже, блядь, разобралось само с собой. Анонисты хреновы. Остался передо мной Вадимчик. Нет, я не советую тебе его обгонять. Чё, он едет? А, нет, обгоняй, а то он сейчас куклу на меня, мою-то достал пока. Блядь, чуть, сука, чуть не было уже все совсем, блядь, окончательно. Кто-то там меня пытался атаковать, блядь. Блядь, а сейчас будет, сука, тварь. Ну, спасибо, парни. Да на здоровье. Да, один хуй, я вас догоню, она не так сильно еще разъебана. А она нормальная тут, я тут вообще в дом въехал. И автомобиль выживальщика, блядь. Ну все, я, блядь, в ЖП. Кто меня горнул вот это? Алекс Блэкбери, все, я понял. Сломы тебе разобрали? Нет, я херовато вышел. Ко мне приблизился Алекс Блэкбери, я решил оставить ему место, блядь, и хуёво вошёл. Потом началось сальто-мортальто, блядь, и я нахер, блядь, и он меня потянул дальше по дороге, блядь. Ладно. Я не в обиде. Чё обижаться-то, да? Ну, пришёл на твою гонку и заебись, что-то обижаться. О, желтый был. Опять желтый, блядь, вы что, прикалываетесь? А, ух ты, так неожиданно Михаил Зуев остановился, блядь. Запарктронился между двух каких-то вот этих ненастоящих машин, блядь. Он был прав, да, ему много все-таки для одного круга. Собственно, полкруга было заебись, блядь. Как он написал. Ой. О, Игорь, блядь, летает. Игорь, зарезай.
Все, Игорь уже улетел, остался Алекс Блэкбери. Эй. Тихо. Что, Вадим выигрывает, да? Да, Вадим достал куклу. Вот, блядь. О, Алекс Блэкбери поехал, блядь, по газонам. Все, я уже автоматически стал третьим, блядь. Ну что, парни, надо вас догонять. Сука, надо вас-то далековато. Надо показать все, на что я способен, блядь. Ни хрена себе, на 5 кругов осталось топливо. А ты на сколько заливал? На 8. Нихуя ты воду прошел, ну-ка. А Вадим первый, да? Ну да. Ебать, это тот, который, блядь, не любит эти машины. Вадим, это судьба просто, блядь, эти машины для тебя созданы. Эти машины вообще, блядь, созданы. Ну да, ручная работа. Здесь люк ты близко, оказывается. Держи. Справа. Угу. Хватайся. А теперь кукла Вуду. Да? Ну, все, все, отпускай, ёпта, я смотрю, блядь, приближается. Блять, никого вокруг. Все, Михаил не катался. Собственно, он проехал даже больше, чем рассчитывал. Но, видимо, кончился топляк. Никому не был, бля. А теперь начался. Миша, давай, это ж чисто на выносливость. Ты должен победить себя, блядь. А прикинь, вот 24 часа вот этой фигни вместо Дайтоны ехать. Класс. Сколько раз можно тут развалиться, а? Ну, если бы ты нормальный дамаг включил бы, то один. Я ничего не делал, я не собирал сервер. Мишки откатался. Не, ну может еще раз зайдет. Просто чтоб... Ему, наверное, ремонт там нарисовали вот этот страшный. А может этот уже и не вернется. Я ненавижу Карлов. Че ты за нахуй гонка, ёпта? Один уезжает сзади, никого, бля. И я еду сзади тебя. Давай я немного это приспущу штанишки. Подъезжай. Всего хватит, бля. Давай сюда, давай.
А вы в районе чего сейчас едете? Флаги. Угу. Заборы, флаги, блядь, тут наставили. Вот я к ним только подъехал, блядь. К флягам этим. Ебать. Чётенько. Там борьба сзади идет. Кто-то поменялся с кем-то позициями. Кто-то с кем-то? Ну, Алекс Блэкбери продул по позицию кому-то. И я не в состоянии тут на поворотах прочесть. Дмитрию Терехову. Ебаный драндубас нахуй. Чего? Что раз? Опять разъебался? Нет, он впервые. Ну ни разу не разъебаться в спаре, да, блядь. Это надо... Мы тогда не поверим, что ты человек, блядь. Илюха решил... Смилосердился и решил подождать. В Лантуре в одно лицо ездить, хотлапить. Я уже тут на дроче это все сделаю. То давай попробуем. Бля, Вадима не подождать, это потом. Не, можно этот. Ощущать скажи. Иголки будешь в печени. Ну, смотря куда колоть он будет, блядь. Не факт, что ну, в печень. Да, хорошо в печень, если. Может, под ногти загонять начнет. Это как кукла, блядь. Передо мной там где-то два круговика было. Попробую с ними побороться. О, фулгас есть. А, два круговика. Так это вы, блядь, ёб... А я думал, это круговиков догнал я уже. Да ну нахуй! Дедушкин дом? Да, бабушкины сено ешь. О, блядь, кто это? Это ты был? Да. Да ты доводишь. Так а вы что, это кто-то кого-то валил или как? Нет. Все было по согласию?
Да. Все было по обоюдному согласию. Это даже произошло очень, как бы, поздно. Я ожидал это раньше этого всего. Ну, Илью я вижу. Это ты ждешь или это ты типа? Да, я жду. Обогнать тебя, что ли? Попробуй. Далеко там после Вадима там борьба идет, где они там. А, 27 секунд. 5 секунд от Вадима. Да, спокойно. Можно и побороться, да. Не, я. Бакханалию устраиваю все. Ну, в смысле, из огорода успею выехать, наверное. Да, давай, топи на все деньги. Ну так я. Опа, бочком. Кто бочком, а кто и правильно едет. 6 минут, а у меня еще на 3 круга. Блять, до хера я залился. Да, да, там кучки, аккуратно. Ой. О, Илюха АБС не сработал. Зато разгон охуевший. Смотри, сразу от тебя на 2,5 уехал. Ой, я куда-то в реку. Су, река, руку в реку, да? Рак за руку. Тактика сработала, да? Да. Костина тактика сработала. Какая? А, ну да. Это. Тебе об этом лучше не знать. Ехать ее в релакс режиме, чтобы остальные все убились ее. Мне тоже вначале не повезло. Не, да. Сколько тебе лет, Кость? 82-го. 38. Граница, так ты с 82-го года, блядь, тебе не повезло. Все нормально. А кто голосовалки кидает? Они же не работают, тут отключены на сервере. Ты догоняешь, нет? Вижу, что нет. Я еду. Сейвова. Какой сейвову? Давай меня догоняй. А какой у тебя темп? У меня пиздец темп. Блять, сейчас догоню, сука. 3.25, давай. Прошел, блять. Меня... Сейчас догоню. Да я еле попал в эти флаги, блять. А как тебе зеркало? Банутое зеркало, на самом деле. Че, голову поднял, и все видно. Перископчик такой. Вадим, а ты че, едешь? Вадим уехал. Я все уже. Приехал, блядь. По Волге, ёпты, плыву на. Равису там давай, привет передавай. У него Волга там протекает вроде. А хрен его знает, что. Я не знаю, какая это. Серега регулярно плавает по синей реке. То есть река Сена, а тут, блядь, это синяя. Сити. Не, у него синяя река по вине. По кишке. Пятница, песни, синяя река, вся херня, блядь. Дни холодно было, я, бля, в теплой куртке. Сегодня вышел на улицу, дурак, как дурак выгляжу, бля, в теплой куртке, все, бля, ходят в этом свитере, бля. А сколько у вас градусов? 15. Ух ты, бля. Хорошо. Блин, я тоже хочу 15. А когда холодно было, это сколько для тебя холодно? Ну, вообще для вашего там края. Минус 3. Не, просто как в куртке. Да что это, бля?
Ну, понятно, что не Эмекон, это центр, как это, полюс холода, да? Это, походу, был самый провальный ивент, Кость, на Clean Race. Почему? Я не знаю, блядь. Я поехал по заборчику. Вот ты не знаешь, говоришь, да? Я ж не знаю, я ж тут не езжу. Просто если все... Успешный у Кости. Просто... По количеству. Не, просто... Не, у Кости это не успешный, это просто это как обыкновенный. Токол. Обычный. Не, просто все тут кричали, придем, блядь, и пришло вот, блядь, вот столько. Заебись. Пойдет на твою хуйню на это, блядь. Пока ты, блядь, не будешь, блядь, выдумывать нормальные машины, будет вот такая хуйня. Не, вот эту машину на самом деле надо вдрачивать. Ты, Люха, сколько на ней кругов проехал? Кругов, наверное, блядь. С третьего круга кругов проехал. Кругов 500, наверное. Я, наверное, с третьего проехал. Я проехал только 100 кругов на ней, наверное. Да ладно, 100 кругов это, блядь. А есть интересно, Кош, статистика, сколько кругов ты проехал? Да. Блядь! Вот это пизда, все. Нахуй. На. Не сработало, Кош. Запиздели вы меня за свои круги, блядь. Мне, наверное, сейчас круг не засчитает, блядь. Чувак еще под хвост добил, блядь. Все, я в ЖП. Артур, найди пока это, где это, если смотреть. Короче, Илья досрочно побеждает. Да, я не помню. Там, по-моему, надо в описании круга, наверное, где-то там. Не, где-то есть прям... Да, блядь, ты заебал. У тебя какое... Я еще, блядь, закончить его не могу. Лех, у тебя лоцел отдельно подключается USB-шником, да? Нет. Там, я тоже, кстати, вот думал это. Как эта педалька? Не, она прямо через трансмастер, через руль. То есть ты педаль полностью разбирал, что ли? Да. Отрезал провода от этого, как его, от потенциометра. Вставлял их там в этот... Этот контроллер вот этого лоуцела. А что, все, гонка закончена, что ли? Финал, да. Ну, слава богу. Какая вторая, блядь? Какая вторая? Вы что, шутите, что ли? 20 минут еще, блядь. Не, без реверса. Че, на туре вторая будет, что ли? Да. Да ты же думал, отмазался, блядь. Постоянно. Без реверса? Да. Тут вообще нет никакой второй гонки. Блядь, здесь рейс 20 минут, вы че? Где здесь X2-то написано? Сейчас увидишь, блядь. Мы же еще не доехали. Да нет тут второй гонки. Есть вторая гонка. Они все... Нету все... тут второй гонки. Не может быть, блядь. Может. Нету. И вначале вы в ленте везде. У них что, они по шаблону ее делают, блядь. И отправляют ее по шаблону. Они вставляют шаблон и это. Может, потому что я скипнул, но перезапустили? Может, что-то там сбилось? Нет. Нет, ты просто не можешь потом закончить, потому что этот. Ну, тогда вам дико повезло, блядь, если нету второй гонки, блядь. Я еще хочу. Да, блядь, давай рестарт сервера сейчас сделаем, блядь. Вот это, блядь, длинная практика. Требую с реверсом, хочу сзади филитона стартовать. Так, а смысл? Ты всех обгонишь, блядь. Ничего, я найду еще более конченую какую-нибудь. Я хочу обгонять, а не ждать. Тогда надо было тебе просто балласт вешать, блядь, и все. И тогда у тебя как бы более в ровных условиях будет. Нет никакого баланса. Так, блядь. Ты же сам хочешь борьбы, блядь. Аккуратненький такой, процентов 7, блядь.
А чё? Чтобы я, короче, блядь, это, из кожи вон вылезал, да, в поворот. Ты ж бороться хотел, блядь. Что это за логи? Я еще никак не доеду этого. Сейчас смотри, я доеду, переключится сессия или нет? Потому что все уже в боксах, один я и доезжаю круг. Хезрота, 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 хезрота. Привет, парни, а вот и я, блядь. Да, на ней особо по фану не покатать. Она надо как... Второй приехал. Так, блядь, если бы я не вылетел, меня же телепортнуло в боксы. Во рту росли грибы. Ну все. Рейс 2, блядь, слышишь, реально? Короче, всем спасибо, все свободны. Подожди секунду, счетчик идет. Что сейчас будет дальше? Давай посмотрим. Ничего не будет. На счет. Ну вот, Сейчас практика начнется. Ну давай посмотрим. Что же ждать-то осталось, хуйня. 50 секунд. Отпусти меня. Погнали. Алекс тоже там, походу, залился. Давай. Да подожди, блядь, еще. Еще, еще, еще. Да, сама себя не развалит, это точно. Досталось чуть-чуть уже. Блядь, ну неужели он проебал, блядь, этот? Конечно, вон, в описании нет ничего. Вот, я пошел чай пить, короче. Давай, секунду осталось, подожди. Все, практика. О, практика. Пизду, блядь. 249 часов, ждем тебя опять на старте. Вот теперь расходимся, да? Сука, блядь, а чё, где же вторая гонка, блядь? Жесть, блядь. Ладно, блядь, торможу тогда. Сука.